Ребята, всем привет, с вами Александр. Сегодня вышло обновление по игре Jurassic World Alive. У нас сменился логотип, иконочка, она стала красной. И вот такая вот крутая у нас появилась картиночка. Вообще огонь. Тираннозавр против велосираптора на какой-то скале на фоне города. Это прям, ну да, как по фильму там «Мир юрского периода». Это может какой-то намек, да? «Мир юрского периода 3» таки должен рано или поздно выйти. И там у нас уже будут динозавры в цивилизации. Вот как бы один из вариантов сражений. Хотя, да, как бы... Одному раптору явно нечего делать с тираннозавром. Так, и у нас, ребятки, есть новые существа. У нас добавлены два новых гибрида. Я думаю, сейчас нам об этом что-то скажут. Так, что у нас здесь написано? Празднуем китайский Новый год. Точно, это 5.02 у нас китайский Новый год. И у нас тут дарвиноптер вот такой вот. Гильдии тоже были созданы, там еще какая-то лабуда была создана. В общем-то, ну, улучшены баги, там точность стрельбы изменена. Как-то типа можно точно, более точно контролировать вот этот дрона во время выстрела дротиками. И давайте сейчас мы посмотрим, у нас добавились два новых гибрида. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это же жесть, у нас 4 новых существа и миллиард гибридов. Вот кто-то мне писал в комментариях, а что будешь делать, когда ты соберешь всех гибридов? Да их тут нереально собрать всех гибридов. А, вот первый, короче, наш гибрид, это Игуанодон, да, Эдмонто Гуанодон, кстати, я его могу создать, это хорошо. А, дальше у нас гибрид... Кстати, не обратил внимания, какой был у нас тот гибрид, эпический нет. Процератомимчика. Я тоже могу создать этого существа. Этот у нас точно будет эпический, ребятки. Так. Дальше. Птер. Птер. Так. Дарвиногаптерикс. Такого я пока создать не могу. Блин, из него делается супер гибрид. Вообще выглядит как какой-то змей. А, ну блин, что-то как-то по... не такой он крупный, как хотелось бы. Уникальное существо. А, так, стоять. Он делается из кого? Из вот этого вот легендарного гибрида Дарвиноптерикс плюс стиг... Какой стиги? Это необычный, ну, в смысле, не эпический стиги. Да, ну хорошо, что он у меня есть, в принципе. Какого уровня? 15-го, 20-го. 20-го, конечно, плохо. Мне, наверное, 14 или сколько тысяч этого не хватит, чтобы качнуть на 20-й. Ну ладно, как-нибудь разберемся. Так, я тут думал, ломал голову, кого бы мне создать, а оказывается, ха-ха, вот кого мы создадим. Одного из этих гибридов, из новых. Так, этого вы видели, этого видели. Дарвина кто? Дарвиногаптерикс, да? Вот, ух ты. Птеровекс. Смотрите, ну дарвиноптер плюс мономим. У меня мономим какого уровня? 17-го. Ну, могу его создать. Но там, по-моему, существо повеселее, чем мономим есть у нас. Ну, дарвиноптер у меня явно не 20-го уровня, да. Я его особо не качал. Блин, не туда. Вернись обратно. Вот этого, по-моему, говорили, что повеселее. Эдмонд у нас какой-то эпический. Эдмонд Гуанодон у нас эпический. И вот это, типа, легендарный должен быть, да? Нет, тоже эпический. Что-то мне говорили, что он, типа, получше, чем Мономиб. Так, вот еще новое существо, мне оно нравится, мне уже нравится, как оно выглядит. Это вот у нас, типа, аналог Кулазуха будет. Прикольный такой, забавный, веселенький. Это будет Скулозавр. Вот это Кулазух плюс кто-то, неизвестно кто это пока что. Ну, остальных, в общем-то, вы, ребятки, видели. Так. Давайте заглянем на карте. Может, у нас тут новая тварь какая-то появилась.
Ух ты, как прикольно! Как прикольно! Кстати, давайте посмотрим. Не, не сюда, не туда. Вот сюда. Новости. Так, ну, Диллоранозавр мы знаем, Дарвиноптер знаем. Битва под китайский Новый год какая-то идет. Так, кто у нас тут будет на раздаче? Так, так. Дилас редкий, черт, необычный. Надо Кентрич. Ну, никого из пока что, в принципе, из этих мне особо не надо. А, эпический эрлик мне нужен. Нужен эпический эрлик. Из него делается вот этот парень, по-моему, из эпического, да? Да, из него у меня они как раз закончились. Я уже, ну, начал создавать клетки Эрлика Доминуса, но у меня, как видите, закончились. Закончились гены для этого. Так, что у нас тут по башням? Что это такое за прикол? Вот что вот это за прикол такой? Ударная приманка. Ух ты, прикольно. Надо, короче, сейчас тут пошариться. Так, и, наверное, мы сейчас в редкую башню пойдем, посражаемся новым существом. У нас еще и тут сундуки разные. Ух ты, очень прикольно. Есть, ребятки, еще хорошая новость. Вот та вот башенька, которая была в виде капсулы, в ней обязательно награда из капсулы, но она была обыкновенная. Я так понимаю, что они могут быть еще разных цветов, синие и оранжевые. Также у нас сейчас увеличен радиус сбора. И нам тут пишет, заберите сейчас или подойдите поближе, чтобы получить больше наград. Ну, в общем-то, вы поняли. Все-таки, если что-то далеко, можно его и так собрать, да, но лучше подходить все-таки поближе, да. И по поводу новых гибридов. Вот, смотрите, Эдмонто Гуанадон, это наш новый гибрид. Смотрите, как классно он выглядит. Вот такие вот у него будут удары, то есть снятие отвлечения, то есть себя очищает, и замедляет цель на 33%. Первый ход очищает себя и лечит. Ну, такое себе не особо полезная штука. Снятие отвлечения, положительных эффектов, точнее, с цели, это хорошо. Паралич, отлично. И есть еще оглушающая замена. Если мы на него... Ух ты, бомба. Если мы на него подменяемся, у нас еще, блин, ну не классный гибрид, в принципе, мне нравится. Мне нравится. Так, это у нас другие удары. Это так, собственно говоря, выглядит Процератомим. И вот это его удары. То есть он даже как бы повеселее Мономима смотрится, да? Есть тоже опережающая невидимость, есть снятие положительных эффектов и два удара. Урон x2 с минус 50 к урону и первый ход минус 90. Это, блин, как у трикозавра моего любимого. И иммунитет у него есть. И когда на него подменяемся, идет еще обнуление цели. Вообще прикольные. Прикольные твари, ребятки, у нас тут появились, да? И, в принципе, время, наверное, создать нам нашего гибрида и пойти посражаться. Так, ну, мы создадим кого? Кого мы можем создать? Давайте посмотрим. Процератомима можем создать. Так, тут 4-9 тысяч из двух редких. Так, еще раз. Эпический. Там 4,9 по 50 клеточек. А у тебя 50 и 200. Да, можно создать. Давайте начнем тогда с этого Мономима, блин, потому что мне Мономим тут сам не нравится, может этот тварь мне как-то зайдет. Процератомим, то есть это должно быть что-то быстрое, конечно же. И эпический, значит, он будет у нас уже 16-го левела. Создаем. Вот такой вот у нас классный петушок. Да, такой нарост у него как небольшой. Ну, как у Диласа, я бы сказал, больше, чем у Процерата. А, черт, 11-го левела у нас существо получилось. Давайте, ладно, еще его тогда качнем немножко. Так, давайте глянем на его статы. 1200 на 600. Скорость 131, ребята. Это круто.
Ну, удары, да, те, что вы видели. Процертомим – это быстрый и скрытый хищник. Зеленый окрас помогает ему оставаться незамеченным среди растений, а доставшиеся от процертозавра сильные лапы не превращают его превосходного преследователя. Ну, насчет преследования, ну, лапы мощные, да, но, по-моему, тут галимим более вынослив в этом отношении. Надо сейчас еще посмотреть, какая скорость у мономима. Ну, довольно бодренько создаются клеточки. Я бы еще вот на один уровень сейчас его прокачал. Блин, ребята, я сейчас скоро получу 18 левел. Когда создам следующего гибрида, точно получу. А это значит, я буду еще больше за один выстрел получать. Это круто. Ну, расход клеток у них маленький, да, по 50, это радует у редких существ. Так, ну, вот так, думаю, теперь, ну, жизни, конечно, мало у него, ну, ладно, не туда. Ну, ладно, давайте смотреть на мономима. Мы, кстати, его сейчас возьмем и им же и пойдем. Мономим. Так, эрлика, блин, эрликов нужно ловить. Вот наш мономим. Смотрим, какая у него скорость. Но он у меня справа 17 левела, да? У него скорость 127, ребята. Это, конечно, совсем не те показатели, которые нам нужны. Так, но тем не менее. Так, изменить. Оставляем тогда команду такой. И идем сражаться в нашу редкую башню. Три боя нам предстоит. Вот такие вот, ребята. Давайте возьмем Процерата. Эдмонта. Ну вот так. Это первый ряд берем. Так, так и так. Ну начнем с процерата и сразу же, в принципе, можно подмениться, да? Так, урхик. Делаем вот так и подменяемся. Так, у кого что? Паралич. Ну реально заглянул в глаза, как будто бы утка. Оглушение сработало. Подмены у нас нет. О, вот это тоже новый удар, да, вот этот. Мы замедлим его. Так, мы себя очистили, и его должны замедлить. Да. Но он что-то не замедлился. Неужто ли 107? А у него 115. Ну подождите, он должно было перейти нам. Он тоже, видите, красненькие полосочки мигают вокруг него. Он вроде как замедленный. Добивай. Добивай, Эдмонд. Во-во, на процерата. Снимаем с него положительные эффекты, которых на нем и так не было. Но удара не было. Чисто нейтрализация. И еще одна нейтрализация. Мы добили. Отлично. Это был всего лишь первый. Что-то так долго мы его били. Эрлик. Тварь шустрая, эпическая, да? 129, но нам уступает. Двойной урон. Думаете, он попытается сделать сейчас? Что у него там есть? Себя может ускорить на 10%, блин. Ну, давай так. Один хелс остался. Это если бы он себя ускорил, мы бы сейчас его очистили. Дилас. Ну, Дилас нам уступает по скорости, конечно же. Конечно же, уступает. Делаем вот так. Минус 90. Это было.
Минус 50. Блин, что-то у уклонения даже не хочется пользоваться. В принципе, это хороший знак. Ух ты, смотрите, какие следы кислоты. Но у нас есть иммунитет. Давайте попробуем так уклониться. Но проще использовать его не уклонение, а вот именно вот, вот минус 90. Оно как бы... А вот и нейтрализация, да, у нас из-за этого пробил. Да-да-да, не обратил внимания на то, что у него есть нейтрализация. Давайте возьмем просерат, он быстрее. И все. Ну, неплохо, мне понравился новый гибрид. Манами мне вот сразу не понравился. Я когда им... Он хоть и легендарный, но он мне не понравился. Он на своем уровне был как-то слабый. Его быстро выносили, там уже был 15 уровень у легендарного. Не 11, ну, точнее 16. А здесь как-то повеселее. Ну, сейчас посмотрим, еще у нас будет бой. Еще два боя. Помчались. Так, опять же. Тебя, тебя, тебя и тебя. Пурузаврика. Давайте посмотрим на моего любимого крокодильчика в Jurassic World Alive. Мне нравится, как он выглядит. Крокодил, но в виде динозавра. Это забавно. Ну, начнем с него, не знаю, на что он способен. Иммунитет, да? И контратак. А, контратака у него, пассивочка. Так, у тебя что? Параличи. Ну, выживешь, молодец. Не выживешь, не молодец. Походу, не выживет. Слабенький слишком он по жизни. У нас иммунитет, потому это хорошая подмена, то есть параличи нам по барабану вот эти вот. Конечно, жизни они снимают дико много. Ладно, минус 90. Ну, не знаю, правда, что эффективнее уклоняться, но 50% шанс уклонения... Нам это по барабану. А ну-ка, подождите. Контратака очень слабая. А, я его добиваю, ладно. Не будем уклоняться. Уклонимся от следующего противника. Уклоняться нужно от того противника, который тебя быстрее. То есть, если противник тебя не быстрее, то проще его просто занерфить и нанеся ему какой-то урон. Вот эта штука, видите, она не наносит. А у Манамима она наносит удар. Это просто оттягивает. Ну, тут, конечно, пора подменяться бы. Но у нас нету существ... Существ, которые могли бы как-то хорошо себя показать. Так, мы быстрее. Давайте Галимим посмотрим, что ты там можешь. А, обычно он по жизни уклоняется, да? Пытается, по крайней мере. О-хо-хо! А больно было? Да. Ладно, Манамим, твой выход. Да, не, нифига, не бьет уклонение. Черт, это было только два. Уклоняемся. Вот он, Дарвиноптер быстрее нас. Жесть, у тебя какая скорость? 129. Блин, надо было, правда, его замедлить, что-то я затупил.
Попал таки. Тысяча 888. Китайский фонарик. Что нам принес? Ну, обычных динозавриков нам насыпал, да? И последний бой у нас, ребятки, остается. Вот такие вот у нас твари. Ну, возьмем нашего нового гибрида. Вот так вот возьмем. Итого. Ну, он самый быстрый, как бы, в принципе. С него очень хорошо начинать, но на него лучше подменяться. Давайте тогда Галимимчик. Против Эрлика. Кто быстрее? 129 против 130. Но сейчас двойной же урон прилетит. И похоронит, да, наверное? Уклонился, ну ничего себе. Так, конечно же, бьем и подменяемся. Блин, все в щит. 100% защита была. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай вот так. Ну и ты думаешь, это тебя как-нибудь спасет? А подмениться он не может. Не может! Добиваем. Этот, блин, парнишка тоже очень шустрый. Даже быстрее. Блин, пробьет, да? Пробил таки, гаденыш. Давай, Галимимчик. Твой выход. Бей и беги. 743, блин. Так удар его выглядит. Вроде такой маленький, такой тонкая шейка, маленькая головка. А так дубасит, знаете, как Брюс Ли. Ай, пробил, ну блин. Вообще-то, блин, на Эдмонта надо было подмениться. Ну, вы понимаете, то есть я уже, в принципе, победил бы. Давайте специально просто подменимся на Эдмонта. Паралич не сработал. Ну, Эдмон просто жирный, ему не страшно, чтобы уже на него посмотреться.
4 тысячоночки нам навалили, и да и на хера насыпали, и всего понемножку насыпали. Ну, на этом, ребятки, я с вами прощаюсь, так что до встречи с новыми динозаврами. Всем пока!